короче, тут приобрели новую бричку. Так как это Жигули, тут надо постоянно что-то делать. Ребят, короче, тут приобрели новую бричку. Как вам она? Она, короче, 2011 года. Это Лада Приора. Так как это Жигули, тут надо постоянно что-то делать. Ну, это не совсем Жигули, но это Жигули. Ну, вы, короче, меня поняли. Тут есть небольшие косячки, которые можно заделать всего лишь там маркером. Вот так вы видите. Вот здесь потертости всякие. Мы просто берем маркер и закрашиваем. Видите, он по чуть-чуть закрашивается, так как этот маркер почти кончился. Ну, короче, я сейчас вот этот косяк закрашу, и я заново включусь. Для вас это секунда, а для меня минут 5. Ну, короче, первый слой готов, как вы видите. Вот. Он чуть-чуть такой синий, но это всего лишь первый слой, когда я закончу, должно быть, ну, почти схожее с черным. Ну, вот так для идеала лучше это все делать баллончиком. Нет. Косячков не так уж и много здесь. Блин, ну это Russian автомобиль. Вы поняли. Сейчас, короче, докрашу. Ну это, короче, типа лайфхака такого для вас. Тут я уже немножко, видите, закрасил. Вот эти вот здесь было все потерто. Ну, здесь. Ну, здесь это первый слой тоже. Он будет, наверное, вот такой вот где-то. Не знаю, передается ли это на камере. Ну ладно. Знаете, что мне больше всего здесь не нравится? Это руль, потому что он здесь не от Приоры 11-го, а от Приоры какого-то, ну, старой версии Приоры. Ну, тоже сойдет. Такой нормальный руль. Ну что ж, я пока буду докрашивать. Все, короче, ребят, я уже закончил с этой дверью. Сейчас буду продолжать с остальными дверьми, как это еще сказать. Потому что там тоже есть всякие коцки, как вы заметили. Все, как продолжу, как сделаю все. Увидите результат. Если у вас Приора, просто возьмите маркер, так, для первого времени. И покрасьте, чтобы не было белых коцок. Короче, с дверьми я закончил, уже все готово. И сзади, и спереди, тут все готово. Я еще движок вам не показывал. Не знаете, что такое спорт. Вот, распорочка красная стоит. Все идеально, тут по маслу все нормально. Вообще все хорошо. Да. Все, все дела. Ну, короче, здесь по салону все более-менее нормально. Здесь стоит типа такой экранчик. Ну, блин, вот эта магнитола, она мне как-то не очень вкалывает. Типа обычная магнитола более-менее. Это еще плюс Philips. И типа здесь есть AUX. AUX есть, но он почему-то не работает. USB, вот это вот все. Вот я не знаю, что такое ресет. Ну, ладно. Потом разберемся, здесь музыка все нормально играет. Бэха типа гудок. Нормально. Все идеально. Ну, по остальным. По остальному все более-менее. Так, что дверь? А, да, дверь открыта. Ну, типа, продолжение будет по кузову, по внешке все будет. Ждите. На этом пока все. Типа, уже сколько долго был виден.
видосиков не было, потому что мне было все лень. Но сейчас вот про априорик. Может, обзор выйдет, не знаю. Ну, еще будет кое-что прикольное для вас. Так что ждите. Сейчас подписывайтесь, ставьте лайки. Не знаю, что еще делать. Лайки не заставляю ставить. Так вам еще показал все, как что делать. Ну, пока.